друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим вкусный, нежный и воздушный меренговый рулет. Поехали! В миске у меня белки комнатной температуры. Белки комнатной температуры взбиваются легче. Теперь взобьем эти белки до появления легкой пены. Достаточно, пенка появилась. Теперь туда отправляем сахарную пудру. Отправлять будем по чуть-чуть. И замешиваем. Еще немного пудры сахарной. И добавляем лимонную кислоту. Мы добавили всю сахарную пудру, а теперь взбиваем наши белки до устойчивых пиков. Взбила белки до устойчивых пиков. Вот так хорошо они держатся. Теперь к нашим белкам отправляем кукурузный крахмал. И ванилин для аромата. Замешиваем лопаточкой. Постелила на лист духовки пергамент. Теперь сюда вываливаем меренгу. Меренгу разровняем с помощью шпателя. Разровняла. Теперь меренгу обильно посыпаем миндальными лепестками. Когда будем закручивать рулет, миндальная часть будет верхней. Обжаренный миндаль будет очень хрустящим. Достаточно. Теперь отправляем в духовку на 15 минут при температуре 160 градусов. Начинять рулет я буду клубникой и виноградом. Виноград сорта кишмиш. У такого сорта винограда очень мелкие ягодки. Также эти ягодки не имеют косточек. Эти ягодки также очень сладенькие и вполне подойдут в наш рулет. Давайте разрежем ягодки клубники, вот, на две части разделю. Клубника у меня не крупная, и я думаю, что половинки сойдут. Слишком мелкое нарезать не буду, чтобы клубника не исчезла в рулете. Наша меренга готова, я ее уже перевернула. Освобождаем меренгу от пергамента. Вот такая красота у меня получилась. Оставляем меренгу остывать, а пока меренга остывает, быстренько приготовим наш крем. Приступаем к приготовлению крема. Крем у меня будет из творожного сыра. Вываливаем творожный сыр в мисочку. Отправляем сахарную пудру,
и ванилин. Размешаем миксером. Сейчас я подключу миксер. Теперь взобьем сливки. Сливки, которые я буду взбивать, очень холодные. И миска, в которой я буду взбивать сливки, тоже очень холодная. Вливаем сюда наши сливки. Жирностью они у меня 35%. И взбиваем. Взбитые сливки отправляю к творожному сыру. Хорошенько перемешаем. Переложила крем в кондитерский мешок. Теперь разрезаем кончик и наносим на меренгу. Меренга уже остыла до комнатной температуры, и можно смело наносить крем, не боясь, что крем растает. Оп-оп-оп, крем хочет на свободу. Разровняю крем шпателем. Я пытаюсь разравнивать крем максимально ровно. Потом положим на него ягодки, и будет супер красиво и вкусно, конечно же. Рулет разровнен, а теперь кладем на рулетик наши ягодки. Клубничка. Клубничка придаст нашему рулету кислинку, а сладкий виноград сладость. Это будет просто вкусовая бомба. Я не жалею клубники, так как очень люблю клубнику в рулете. С клубникой закончили, теперь кладем виноград. Какая красивая цветовая гамма! Это просто витаминный взрыв. А кишмиш напоминает голубику. Теперь заворачиваем наш рулет. Берем вот так с краю. Чуть вот так. Рулет не надо заворачивать слишком туго. Смотрите, как красиво выглядят миндальные лепестки. В сочетании с клубникой, виноградом и кремом, думаю, будет очень вкусно. Наш рулет готов. Отправляем его на всю ночь в холодильник для того, чтобы он сбалансировался. А утром будем украшать. Рулет настоялся, время украшать его. Высаживаем вот так крем на наш рулетик.
украшаем ягодками. Выкладываем сначала виноград, а потом уже будем выкладывать дольки клубнички. Какая красота получается! Теперь будем украшать клубничкой. Клубника и виноград идеально сочетаются. Оформила рулет. Теперь пришло время разрезать его. Попробуем, каким же получился наш рулет. Режем. Рулетик, на удивление, очень легко режется. Даже жалко как-то разрезать. Попробуем. Рулет получился безумно вкусным. Особенно мне понравилась оболочка из меренги. Она придает особый вкус. Также мне понравилось сочетание крема и клубники. Это просто что-то божественное. И миндаль. Он очень сильно хрустит на зубах, и его приятно кушать. В сезон ягод можно делать такой рулет с ягодами, потому что от этого он станет еще вкуснее. А я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!